Всем привет! Хочу оставить отзыв о курсе Нелли «Талантливые люди». Это вот не первый мой курс, я прохожу вот прям подряд второй. Первый был «Новая жизнь». И хочу отметить вот отдельное такое качество Нелли «Талант» в том, что вообще задания все разные. Я, честно говоря, ну обычно как бы, ну какие-то у одного автора проходишь какие-то, например, курсы, да, задания перекликаются. А здесь вот каждый раз на каждом задании нужно садиться и реально, ну, лично для меня, мозговой штурм. То есть я, оказывается, настолько не привыкла так разнообразно, ну, как сказать, мыслить широко, ну, то есть широко и по-разному смотреть, что для меня, как бы, это вот реально такая прокачка даже мозгов и мышления. Вот. И хочу вот отметить вот то, что действительно, как бы я поняла в ходе этого курса, мы это еще практиковали, да, что талант это вот, если у меня было раньше представление, что талант это вот на скрипке играет, здорово играет, и вот всю жизнь он этим занимается, и вот на своем таланте он там, ну, как-то там зарабатывает, живет. А что талант это немножко другое, что мы все талантливые, просто надо, ну, как бы видеть это, что ли, и что как бы не нужно вот тут сидеть, ныть, там дело какое-то нужно, там еще что-то, и что это где-то там, да, что все под ногами. Вот талант, все под ногами, бери и используй это. А, что на все действительно желания уже тут же нарисовываются ресурсы, просто мы их отвергаем, говорим, это плохо, это не нужно, это там бесполезно. А талант в том, чтобы принимать все любить, как бы принимать и использовать с удовольствием то, что прямо сейчас вот, ну, доступно вот прямо так. Вот. Курс вообще классный. Ну, я не знаю, мне кажется, каждый курс Нелли классный. И он вот лично для меня, каждый курс открывает какие-то новые таланты, новые, как-то очень сильно расширяет вот это, как сказать, расширяет видение жизни, вот это вот восприятие. И очень сильно вот снижается действительно уровень какой-то, как сказать, беспокойства, стресса, всяких таких, спокойнее становишься, потому что все уместно, все нужно, все здорово и все можно использовать. Я вообще от всей души Нелли благодарю, потому что, ну, так творчески еще подходить ко всему, давать такие задания, такие не просто там какие-то, ну, просто, да, а вот действительно у меня периодически создалось ощущение, что я никогда так не смотрела. Вот, ну, не серьезно. Я как-то привыкла однотипно мыслить. Вот, а тут вот прокачиваешь с разных сторон и вот по-разному начинаешь смотреть. Ну, короче, очень круто. Я иду на следующий курс, потому что, ну, мне очень нравится ее подход. Реально классно.